4 уголовных дела возбудили сотрудники органов правопорядка на прошлой неделе. Еще 6 сообщений полицейские проверяют. 4 колеса, электроплитку и цветной металл похитили неизвестные из гаража в ГСК-3. Сняв навесной замок, злоумышленники проникли внутрь и украли имущество. Владелец оценил ущерб в 8 тысяч рублей. В гараже он не был с 15 апреля до середины августа, и когда конкретно произошло преступление, неизвестно. По признакам преступления, предусмотренным статьей 158 Уголовного кодекса, кража, возбуждено уголовное дело. Лица тут также нет. Около дома 10 по улице Харитона сотрудники госавтоинспекции задержали водителя, который совершил ДТП. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее был осужден за административное правонарушение, то есть управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Приговор суда уже был исполнен, то есть вот этот срок лишения прошел, но там, если в течение 1,5 лет, грубо говоря, снова попадаешься, то 264-й. То есть судимость не погашена. Такая же ситуация произошла ночью около 3-го КПП. Сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой был пьяный мужчина. Его также ранее привлекали к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения. Судимость была не погашена. Возбуждено уголовное дело. Екатерина Пенова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.